Всем большой привет! Меня зовут Наталья Клевер. Сегодня я буду готовить очень вкусные яблочные пирожные к чаю. Получаются они вкусные, такие рассыпчатые, с кисло-сладенькой яблочной начинкой. А готовятся так легко и быстро, что вы даже не заметите, как они окажутся у вас на столе. Для начала отделяем желтки от белков. К желткам добавляем 2 столовые ложки сахара из общей массы и перетираем. Сюда же отправляем размягченное сливочное масло. Подсаливаем. Добавляем разрыхлитель теста, ванильный сахар. Просеиваем муку и замешиваем тесто. От получившегося теста отделяем небольшой кусочек, кладем в пакет и убираем в морозильную камеру минут на 15. Форму для запекания смазываем растительным маслом и распределяем по ней тонким слоем основное тесто. Яблоки нужно почистить и натереть на крупной терке. Немного сбрызгиваем их лимонным соком, добавляем оставшийся сахар и все хорошо перемешиваем. Готовые яблоки равномерно распределяем по тесту. Ну а сверху натираю на крупной терке оставшееся тесто, которое я достала из морозильной камеры. Отправляем в духовку на 20-30 минут. Температуру устанавливаем 170 градусов. Все готово, порционно нарезаем и подаем к столу. Ну вот, пирожные я порезала, уложила их красиво на тарелку. Они очень получаются вкусные, такие рассыпчатые, очень нежные. Вы когда будете укладывать их аккуратненько, они рассыпаются. Они просто тают во рту. Начинка такая вкусная, что, честно говоря, вы даже и не поймете, что она яблочная. Ну, в общем, очень вкусно, обязательно приготовьте. Ну, а мы идем пить чай. Вам я желаю приятного чаепития. Спасибо, что были со мной. Обязательно попробуйте такие пирожные. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!